Добрым утром, друзья! Мы поднялись из пещерки и можно использовать нашу бензопилу. По любой нужде. Сейчас будет круто. Хорошо, возьмем на плеер. О да, детка. Это точно детка. О, включаем бензопилу. У нас... Ну, наверное, просто можно без комментариев. Ну, хорошо, найдем оберегешку. О, вот первая оберегешка. Первая жертва. И, друзья, испробуем нашу бензопилу. Ну что, ранним утром я вышел с бензопилой... Порубить парочку дровешек. Ну что? Нет, ну конечно, это не дум новый, но зрелищный из приятного. Как же он улегся. О, 6. Это круто. Это реально круто, мне довольно нравится. Ну, конечно, не те спецэффекты, что мы видели в новом думе, когда мы рубили. Да, чувак, мы это сделали. Мы убили аборигеншку с помощью бензопилы. Хорошо, найдем других мутантов. Там кто у нас стоит? Нет, никто не стоит. На горе он стоит никто. И 40 метров до него. Нужно попить водички. У нас утро новое. Попьем алкашки. Да, секундочку. Интересно, можем брать бензопилу уже, если у тебя есть парочку промилле уже в крови? Даже не знаю. Пойдем уже в лес, попробуем уже порубить, наверное, деревья. Возьмем, наверное, парочку еще животных каких-то найдем и тоже попробуем порубить. Возможно это сделать, либо невозможно. Какие-то трупы. Мне кажется, музыку нужно чуть погромче. Так, ну что, у нас есть вот такой тотемчик. Интересно, можно его разрубить или нет? О, да, детка, это можно. Без проблем. Так, ну что, поднимаемся выше. У нас тут есть очень много деревьев. Ну, пойди... Как это звук нездоровый? Нет, все нормально. Все нормально, мы идем. Нужно включить, наверное, другую музычку. Ну-ка, мой друг, давай-ка включи. У нас есть очень много кассет. Так, секундочку, нужно вот так сделать. Совместить и уже использовать. Вот так. Довольно неплохо. Хорошо, берем бензопилу и идем. Я даже не знаю, сколько у меня тут бензина есть, но это довольно будет интересно. Я не буду знать и просто буду думать, я бог Фореста. А ребята просто взяли и разбежались. Ну, по идее, пришли дровосеки и стали рубить в Форесте деревья. Вот таким макаром. О, реально рубит. Это круто. Проходишь еще, и она реально рубит. Это бензопила. Можно сделать, наверное, какой-то чит на бензин, и можно реально круто рубить. Мы реально какой-то лесник. Круто. Черт побери. И сколько получилось? 4. Да, 4 стандартно получилось. В принципе, неплохо. Да как возьми, неплохо. Это реально очень... Даже не знаю, у меня просто зашкаливает эмоция. Так, ну что, может, деревья? Ну, деревья, конечно, не так эффектно, как большие деревья. А можно найти реально крупное. Крупное дерево, это должно крупное. Это мелко, о, крупное. Это крупное. О, ящерица, ну-ка, стой. Какие черты деревья у нас тут? Надо что есть, парочка ящериц. Я хочу намотать, не получается. Намотать надо нашу, ой, еще зайчишка. Все просто бегут или разбегаются. Обергешки, бойтесь. Можно пойти спуститься в пещерку, и там у нас есть эхо. Разработчики добавили эхо в пещерах, реально, когда рубишь, и слышно эхо в пещере. И там реально будет жутко. Особенно для аборигешек. Нам, конечно, не жутко, потому что у нас есть бензопила, и можно вот так просто проходить и рубить. Да, нажимаем просто бочком, проходим, друзья, и рубит. А, не до конца, дорубил, походу. Можно просто стоять на месте, но для эффекта мы срубили дерево, она стоит. О, нет, падает. Это называется самурайским мечом срубили и стоит. О, даже листва. Да, давненько не играл в Форест, даже листвы. Черт побери. Там что ли аборигешка, так много листвы падает сверху. Ну, с музыкой довольно прикольно смотрится. Хорошо, нужно найти все-таки аборигешки. Крольчат и ящерица я не смогу поймать, потому что ну, слишком быстрый и слишком шустрый. А вот аборигешка, конечно, можно пойти уже в лес и реально гейм просто в центре карты зайти, и там звук будет просто обалденно. Нужно зайти уже в кооперативчик и посмотреть, как играют другие игры. Игроки с бензопилой. Это будет жесть. Просто лесники. Слушай, ну зашли уже в лес, в принципе, со стороны смотрится гораздо зрелищнее, когда идет чувак бензопилой и нагудит просто жутко. Жутко гудит. Так, у нас, по идее, вот такие есть еще деревья. Можно пробовать их. Да, тоже рубишь, в принципе, без проблем. Вот так тоже проходит. Я не знаю, сколько бензина у меня, но я бог Фореста, потому что у нас есть бензопила. А все ешки... А, у нас будет мушкет. Мы искали мушкет и взрывали все норы. Все норки. Так, ну что, мелкий у нас рубит довольно неэффектно. Он берет просто и тыкает, да, понятно. Вот такие уже рубит довольно эффектно. И толстый особенно эффектнее. Так, ну-ка, стой-ка, намотаем тебя. Да, походу намотали. Она мертвая. Довольно быстро разрубили. Все, стихло, все спокойно. Сняли шкурку, без проблем. Да, снова завели, можно даже разрубить мясо. А у нас, по идее, есть еще, друзья, крокодила. Ну-ка, пойдем в ту сторону.
антилопу, да хотя разрубить. Нет, конечно, ее жалко. Ее очень жалко, такая миленькая антилопка. Хорошо, надо пойдем уже как раз к крокодилам. Они довольно жесткие такие, ребята. И попробуем их разрубить. Они, еще скажу, довольно мощные. Потому что их очень долго рубить. На них смотришься и просто берешь их рубить. Так, секундочку, наверное, все-таки откручиваем. Спокойно пойдем, потому что мы реально всех распугали. И ребята просто разбежались в разные стороны. Жесть. Ну так как, мне кажется, спокойно. Возьмем, наверное, музычку. По музычку мы пойдем уже довольно быстрее. Довольно неплохая. Хорошо, куда дели аберегешки? Мне нужна парочка аберегешек. Так, интересно, а можно сделать постройки, снести? Так, изменилась постройка. Прикольно. Да, мы, наверное, конечно, это тоже дело проверим. Надеюсь, мне хватит бензина. И попробуем постройки. О, такие макара. Даже не знаю. Да, она разрушается, в принципе. Да, она разрушается. О, и просто нет уже в хлам ее. Разлетелась даже. Какие-то ветки остались вместе. А открывать сундуки, интересно, можно? Сейчас все, друзья, проверим. Так, секундочку. А если пригнуться? А, пригнуться и... походу нельзя. Не буду тратить бензинчик. Мы пойдем дальше. Зайчишка. О, ящерица спокойно идет. Так, я хотел разрубить. Она уже дала ускорение. Хорошо, друзья. Держим курс прям по курсу. И, наверное, найдем все-таки крокодила. Хочется его разрубить. А он оберегешки нереально убегает. О-о-о. Ребята, вы куда идите ко мне? Я хочу вас просто намотать на цепь. А чтобы, друзья, получить новый бензинчик, мы просто сохраняем, просто выходим из игрушки и заходим снова. И на том же месте у нас лежит новая бензопила и парочку канистр. Так, они реально убежали, я их даже не вижу, куда они убежали. Хорошо, пойдем к крокодилам. Мы, в принципе, уже одного намотали на цепь, у нас уже, наверное, скоро полдень. Уже скоро нужно перекусить. Так, батончик в зубы и вперед. Ну, смузочка, конечно, довольно смотрится прикольно. Хорошо, мы практически дошли. Сейчас мы найдем на наших крокодилов. Можно найти даже черепашку. Есть черепашки такие реально крупные. Они такие бронированные. И можно попробовать их тоже намотать на цепь. Так, мы устали, походу. Мы бежали 7 дней, мы устали. Даже дым идет. Да, даже такой черный дымок идет. Так, ну что, мы... нужно просто вот так взять и резко повернуться. И у нас, по идее, должен крокодил. Можно подняться еще чуть выше. Там тоже есть крокодил. То их не бывает, а то их слишком много. О-о-о, вон, бежим. Окейшки, куда ты водичку? А вот и черепашка, друзья, о чем я и говорю. Крокодил у нас плавает, просто в текстурке. Эх, вот выныривает. Мы поднялись наверх, о, как он кусается. Так, хорошо, мы поднялись наверх и просто берем по черепушке. Ох, и даже кровь есть. Да, все, что ли? Надеюсь, он мертвый. Шкурка, пробуем снять. Ну, шкурка снимается довольно очень быстро и эффектно. У меня очень много шкур уже. Хорошо, у нас есть только черепашка. А я не хочу ее так убивать, нужно просто ее припугнуть. Так, нет крокодилов. Нет крокодилов, нужно просто ее взять, припугнуть с помощью палочки. Черепашка, вот так спрячься. Нормально. Да, музычка довольно громко. А можно другую кассету поставить, потому что мы с бензопивой, и нам нужна музыка. Сколько чаек? Ну, в принципе, неплохо. Хорошо, берем бензопиво и начинаем рубить черепашку. Вот так просто берем пополам. Вот, тянем. Эх, что я придумал? Эх, начинаем рубить. Так, мертвая, нет? Она просто взяла и вылезла. Нормально, словно постучались по панцирю. Или она сдохла? Нет, она живая. Она реально живая. Черт возьми, черепашку походу нельзя. Нет, черепашку, наверное, еще раз сделаем. Ну-ка, давай-ка, спрячься. Оп, спряталась. Нормально, это камушек. Какой-то интересный камушек. Хорошо, музычка играет, есть бензопила. Ну-ка, попробуем еще разок. Извини, черепашка, придется второй раз уже. Нет, черепаху, походу, нельзя. Реально нельзя, я очень много потратил бензина. Она живая, ну-ка, пнем ее. Так, у нас не умеет пинать, правда. Но, по идее, сейчас она выползет. Через пару секунд она, по идее, выползает. Нормально, просто берет и выползает. Это нормально, черепашка у нас реально такая бессмертная. Вот кто у нас бог Фореста, а не мы. Мы, конечно, смертные. Какая миленькая черепашка. Ох, друзья. Ох, крокодилов. У нас есть мутант, друзья. И хочу проверить. У нас, по идее, нет блока. Да, блок у нас не работает. У нас осьминожка. Я называю именно его так. Он называется по-другому. Эх, мы готовы его намотать на цепь. Так, поедем. Вот так побольше. Так, оденем кастрюльку на голову. И, наверное, попробуем разрубить. Сколько черепашек. Бессмертные черепашки. Хорошо, что они не кусаются. Интересно, а можно вас динамитом взорвать? А у нас нет динамита, и это проверить нельзя. Довольно... О-о-о-о, уходим, уходим.
как-то внезапно напал. Просто реально взял и внезапно напал. У меня, по идее, уже ХП упало, нужно поднять ХП. Ох, сколько таблеток. Таблеток мы попилим. Попили таблетки, ну что, подходим, наверное, в задницу. И просто вставляем эту бензопилу ему в задницу. Он помашет, отдохнет. Эх, промахнуться. Просто торок какой-то. Мы не в красной футболке. Нет, у нас руки. Руки только красные. Нормально. Какой злючий, какой злючий. Прямо в задницу ему. Черт возьми, как зрелищно смотрится. Чувак, успокойся. О май гад. Так, задница есть. Есть задница, ей хочется что-то туда воткнуть. Нет, секундочку, что ты руки рассматриваешь? Мне нужно, чтобы ты воткнул туда эту железную фигню. Так, на камушек. Так, ну, поди, еще будет, значит, есть еще бензин. О, как он прям через горку. Через горку пролетел, выходим. Так, черепашки у нас, ящерица. Так, камушки нас спасут. Просто вокруг камни бегаем. Черт возьми, у нас нет блока, и поэтому проблема. Он решил просто поверху пройти. Так, ну все-таки хочу попробовать ему в задницу вставить. И давай-ка еще раз. Ох, да. Ну это очень долго, конечно, будет, но реально очень сильно бьет. Так, таблетку. Под музыку это довольно приятнее будет. Спин забивай. Так, чувак, что спокойно. Слушай, какой-то резвый. О, тут еще и крокодил. Как смотрится зрелищно. Чего такой монстр и с крокодилом. Это, походу, твой песик. О, на меня смотрит. Там сзади нет никого. Бежит на меня. Так, какой-то звук. О, реально бежит. Он, по идее, должен укусить, и да, он успокоится. Эх, нет, не успокоился. Хорошо, мы его сейчас разрубим. Так, полет. Да, полет его. Руби его. Готов, он готов. Мутант, спокойно. Твоего песика я уже зарубил. Как ты громко кричишь, просто трехмерный какой-то звук. Так, хорошо, наверное, прыжки тебе загасим. Так, все, помакал, и можно идти в атаку. Эх, просто реально какая-то битва идет. Битва титанов, прыжки, и рубим. Хо-хо-хо. Давай, руби. Просто берем задницу. Он мертвый, нет, еще живой. А он еще живой, мы все подряд срубили. Деревья срубили, что ты смотришь на руки? Нам, по идее, нужна броня, друг мой. Да, броня нам очень не помешает. Это у нас ящерица. Показалось на крокодил. Так, спокойно. Да что ты размахался? Мне кажется, у него не очень много крови потерял, потому что он реально какой-то не очень-то и грязный. Так, секундочку, мы возьмем, наверное, последнюю таблеточку. У нас есть еще одна таблетка. Подойдем прямо в задницу и вставим это в нужное место. Давай, руби его. Он стоит на месте. Уходим. Назад там камень. Нормально. Твой песик мертвый, и скоро ты умрешь. Все-таки, друзья, мы его зарубим. Либо у нас кончится бензин, либо мы просто берем его и разрубим пополам уже. Давай, круби его. Эх, детка, да. Уже, походу, в том месте, где нужно. Он разворачивается. И, друзья, он готов. Победа за нами. Ну, это была жесть. Но все-таки, друзья, мы это сделали. Довольно зрелищно было. Эх, музычка наша, где музычка. Мы пойдем дальше рубить, конечно же. Ну такая героическая музычка, заводим бензопилу и идем дальше. Найдем все-таки парочку еще мутантов и попробуем их разрубить тоже. Так, ящерица не нужна, мы уже рубили. В принципе, это довольно... Деревья даже разрублены. Я вроде не рубил, это, наверное, мутант просто. Да, с помощью мутанта, друзья, можно рубить деревья. Особенно вот с такого мутанта, который махает руками, своими лапами. А тут у нас, походу, хилбарки. Он даже построенный. Так, ну что, ищем мутантов. По идее, тут мутантов не очень-то и часто попадаются. А у нас есть такие трубы, можно такой селфи даже сделать. Играли кооперативчик бы, поставили рядом так, и можно сделать такой селфи и просто разрубленное тело. Довольно зрелищно смотрелось бы. Хорошо, идем дальше. Ищем других мутантов, ищем, наверное, аборигешек. Нам, по идее, нужны аборигешки. Других мутантов мне не надо, потому что очень долго рубить, а бензин нам хватает, как видно, друзья, надолго. Это довольно очень радует. Не нужно будет часто перезаходить и брать новый бензинчик. Брать новую бензопилу, хотя и брать ее новую не нужно. А нам достаточно это. Она, в принципе, даже не пачкается, даже, да, текстурка такая и осталась. А вот руки у нас все в крови. Руки у нас в форсе уже давно в крови, у нас уже 150 дней выживания. И мы убивали много. Мы убивали много и уничтожали многих. Это точно. Так, есть у нас цветочки, можно подобрать. О, есть кабанчики, друзья. Есть кабанчики, которые, по идее, кусались, я помню. Ну, их, конечно, этот баг исправили. Кабанчик, давай-ка разрубим тебя. Как это быстро сделали. И, друзья, кабанчик готов. Ну что, можно сделать шашлычок уже? Мясо есть, можно сделать шашлык. В принципе, сейчас весна, и можно это... Еще два кабанчика. Хорошо, пускай они живут, мы сделаем, наверное, костерчик, пожарим мяско и подождем аборигешек. Так, секундочку, так сделаем. Так, мне нужно, наверное, тебя все-таки подвесить.
Так, мне нужно, наверное, какую? Вот это, кажется, красивая музычка. Такая довольно эпичная. Так, сделали. Ну-ка, возьмем уже в руки. Так, нам нужно, по идее, пенек. Мне нужно пенек и поставить на пенек. О, кабанчики такие забавные. Забавные, конечно же. Мне нужно, наверное, поближе куда-нибудь. Ну, пускай тут. Да, довольно слышно, неплохо. Ну что, кабанчик решил меня укусить. Такие маленькие, вроде раньше крупнее были. Хорошо, у нас тут где-то должен костерчик. Сейчас варганим наш шашлычок и посидим, наверное, подождем оберегешек. Все-таки должны не подойти уже на запах шашлычка. Только у нас есть мяском. Закинем, перекусим, как раз пополним наши силы. Вот такие пасутся, такие миленькие кабанчики. Красота. У нас, по идее, стоит фильтр. Сейчас посмотрим. Супер. Нет, друзья, супер нас подходит. Только вот, эпик гораздо интереснее. Довольно эпичней. Конечно, эпичней. Включать бензопилу я не буду. Слушай, реально такой, тени стали гораздо приятнее. Ну-ка, наверное, перейдем на супер и посмотрим, как смотрится. Ну, как-то слишком тускло, да, слишком неестественный черный цвет. А вот эпично смотрится, довольно эпично. Кабанчики такие, реально такой зрелищный. Хорошо, наверное, лучку заберем. И поближе. Наше мясо жарится. Так, побольше листвы. А черт его взять, у нас интерфейс отключен. Хорошо, пускай пока жарится, пока что еще нормально. Хорошо, у нас пока что никого нет. Пойдем, наверное, порубим все-таки кабанчики. Ну, кабанчик, давай, еще раз. Довольно быстро. Быстро и эффектно. Вот такое толстое дерево можно даже вот так взять, пройти вот так вокруг даже. Ох ты да, детка, это готово. Нет, не готово. Что ты смотришь? О, готово. Сразу видно, она упала и падает в ту сторону. Поберегись. Как тебя трясет-то? Нормально. Листва упала. Есть у нас бревна, можно что-то построить. Так, птицы летают. Можно, конечно, подождать уже ночи. Можно сделать, наверное, шалашик и подождать до ночи. А ночью аборигешек обычно много. Мне реально хочется много аборигенов и просто взять их и разрубить. Это довольно будет круто. А ну подходи, просто нас берут, окружают много аборигенов, и мы просто там отбиваемся. Как придумал, эпично. Нормально. Так, ну что, мясо готово. Мясо готово, а что-то не берет у нас. А черту взять. О, взяли. Черное мясо. Черный кабан, черное мясо. Нормально. И вот так можно брать и костер. О, друзья, нужно потушить костерчик, чтобы не было пожара. Это обязательно. Хорошо, пробежимся дальше. Что у нас есть дальше? У нас там пенек. Сверкает пенек. Вот, зайчишком. О, да, здесь ящерица. Ну, ящик, конечно, не очень-то эффектный, конечно, с мутантом было гораздо покруче. А у нас уже темнеет, я не вижу аборигешек, а в той стороне их, походу, не будет. Есть крокодильчик. Так, можно даже перепрыгнуть. Ну-ка, давай-ка, друзья, смертельный трюк. А он бежит на нас, мы бежим на него, и в прыжке. О-о-о, он даже ничего себе, вот это да. Такого я еще не видел. Ну-ка, давай, друг, еще разок. У нас, по идее, не укусил. Так, нас не укусили. Так, таблетки. Он нас увидел и снова бежим. Ну что, просто в полете. Нужно побольше света. Больше света именно вот тут. Ну-ка, беги ко мне. Так, бежит ко мне, не вижу. Он, о, вижу. Бежит. Зелененький такой. Реально такой яркий и зелененький. Так, ну-ка, он нас потерял снова. Ну-ка, красавец, беги ко мне. Какие глазки у тебя. Ты черт возьми, почему не бежит? Он нас не видит просто. Ох, подразнить решил. Он реально подпрыгивает просто кверху. Его задница провалится в текстурку, появился крокодил еще один. Сколько у вас? Два? Реально появился прямо передо мной крокодил. И уже против меня два крокодила. Так, ну что, друзья, аборигенов нет. Мы, наверное, зарубим этих двух крокодилов и закончим нашу серию. Вот так, встали и просто рубим. Я, кажется, кусает или нет, или просто кровь. Это просто кровь, они просто встали какую-то позу. Так, ты готов? О, я думал, он замер. Я думал, он просто в текстурку порвался и замер. Он, походу, готов. Да, шкурку можно снять. Этот крокодил у нас готов. Так, а другой у нас, походу, убежал. Ну-ка, иди сюда. Я сейчас найду тебя. У нас, по идее, можно только взять зажигалку. Да, зажигалку, и можно уже по ночи ходить уже по лесу так. Вот наш напугалка. По ночи можно просто ходить и с бензопилой. Это будет довольно зрелищно. Ну что, друзья, зарубим нашего последнего крокодила и закончим серию. Ну-ка, давай-ка. Вот так, о, реально, одной рукой рубит. Он готов, конечно, уже давно уже. Мы просто решили для эффектности продолжить. Так, ну что, снимаем шкуру. Сняли шкурку, можно, конечно, голову. Кстати, у нас голова есть уже, или разработчики убрали? А, нужно рубить мясо. А ну-ка, друзья, попробуем разрубить мясо. Сейчас. Рацию нет, рацию нам не надо. Нам нужно подеть зажигалка. Секундочку, кажется, я услышал аборигешек. Какая тишина. Аборигешки не вижу.
И это, конечно, жалко. Хотя все-таки, наверное, парочку бригешек, так я свой органит. Так, ящерица, ящерица. А нет, друзья, все-таки есть. Напоследок у нас будет аборигешка. Включаем музыку, включаем бензопилом, включаем две музыки. О-о-о-о, спокойно, я не вижу. Я реально не вижу. Включаем, наверное, фонарик. Так, есть зажигалка. Так, я не вижу. Я его реально не вижу. Потому что у нас стоит фильтр очень темный. Да, темный тенем. А нужно поставить супер. Интересно, успеем поставить, не успеем. Как у нас темнело. Краш поменяем быстренько. Вот супер. И, друзья, реально все видно. Я вижу аборигешку. И сейчас будем его рубить. Нет, его нужно под музычку. Так, быстренько. Вроде успел. Заводи музыку. О, да. Эпичная музычка. Куда убежал? Я не вижу. Ох, черт. Крокодил вижу, а его не вижу. А вот появился прямо рядом. Ну что, друзья, рубим. Ох, да, слушай, реально не даем ни единого шанса. Получается, бензопила как работает как блок, и так и атака. То есть мы нажимаем, и реально он пытается нас ударить, а он просто отходит в сторону. Да, друзья, это была бензопила, а с вами был Спикер, и мы увидимся еще в других сериях по бензопиле. Потому что нужно пойти уже в ночь. Темную ночь в лес и просто вот так с фонариком пойти и всех гасить. Ну а с вами был Спикер и увидимся в других сериях. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Красавец какой. Сколько мяса.